Делаем пасту с кальмарами. Тут кальмары у нас 250 грамм. Чесночок прожариваем, выбрасываем. Затем ставим немножко петрушки. Так, 6-7 помидорок черри. Нарезаем наполовинку. Бросаем сюда, где у нас жарился чеснок, с петрушкой вместе. И прожариваем где-то минутки 2. Теперь закидываем кальмары, перемешиваем и минут 10 тушим на медленном огне. Тем временем закипает вода для пасты. Выбросаем ложку крупной соли морской и пасту. Паста вот такая у нас называется каламарата, специально для кальмаров. Видите, она такая круглая и широкая. Я бросаю 180 грамм для 2 человек. На упаковке написано, что нужно варить ее 14 минут, но мы варим ее половина времени, то есть 7-8 минут. Затем сливаем воду и закидываем вот сюда. Теперь немножко зальем буквально капельку белого вина. Вот так. И ждем, чтобы оно выпарилось. Добавляем немного соли. Закрываем крышкой и тушим еще минут 5-6. Слила пасту, закидываем сюда кальмара. Паста должна быть слегка недоварена обязательно. Теперь 4-5 минут проварим все вместе. Ну все, мои дорогие, паста готова. Можете подавать с сыром или немножко натереть горгонзолу сверху. Всем приятного аппетита! Кстати, паста называется каламарата.